Накануне специалисты налоговых органов Российской Федерации отмечали свой профессиональный праздник. В Твери торжественные мероприятия по этому случаю прошли в ДК «Металлист» в пятницу, где чествовали сотрудников и ветеранов управления. Репортаж с места событий. Наполнение бюджета важно для государства, но позволяет выполнять социально-экономические программы, обязательства перед гражданами. Существуют и специалисты по взиманию акцизов и сборов. Именно им посвящен профессиональный праздник. Налоговики собирают платежи, которыми пополняется госбюджет. В их обязанности входит контроль отчислений предприятиями и учреждениями на предмет соответствия законодательству. В случае выявления нарушений проводится проверка. Ваш профессионализм способствует устойчивому росту поступления платежей в бюджеты всех уровней и государственные небюджетные фонды. Внедряя новые технологии, формы и методы работы, мы увеличиваем налоговый потенциал государства, аккумулируя ресурсы для реализации экономических и социальных программ, призванных повышать качество жизни страны, в стране. Налоговые органы Тверской области на протяжении последних лет неизменно обеспечивают высокие темпы роста поступления администрируемых доходов бюджета всех уровней. Только с начала 2019 года рост налоговых и неналоговых поступлений в областной бюджет составил 1 257 000 000 рублей. Исполнение налоговых и неналоговых доходов 34 653 000 000. Ваш руководитель докладывал результаты вашей работы главе нашего государства. И Владимир Владимирович сказал, что вы теперь эффективная служба. Ну, редко такие слова услышал Владимир Владимирович, даже в праздник. И вот эффективность службы, она заметна. Поэтому вот эти слова, наверное, самое главное, ваше поздравление, оценка вашей работы из уст главы нашего государства, Владимира Владимировича Путина. Это, наверное, дорогого стоит, когда такие слова говорят в ваш адрес в целом. В течение 2020-2022 годов запланирован рост доходной части регионального бюджета. К 2022 по сравнению с текущим, планируется, что доходы увеличатся на 13 600 000 000 рублей или на 20%. В следующем году доходы областного бюджета составят почти 75 миллиардов рублей. В 2021 – 78 миллиардов, в 2022 – 79,5. Лучших сотрудников по традиции в завершении мероприятия отметили благодарностями и дипломами. А завершилось все концертной программой.